«Лошади в океане» посвящается Илье Эренбургу. Лошади умеют плавать, но не хорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, океан стараясь превозмочь, в трюме добрыми мотая мордами, тысяча лошадей топталась день и ночь. Тысяча лошадей, подков 4000, счастье все ж они не принесли. Мина кораблю пробила днище далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли, лошади поплыли просто так. Что же им было делать, бедным, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров, в море в синем остров плыл гнедой. И сперва казалось плавать просто, океан казался им рекой. Но не видно у реки той края, на исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли.